Профессор Кембриджского университета, декан факультета Азии и Ближнего Востока, вице-президент Британской ассоциации иронистов Чарльз Мелвилл одним из отличительных качеств независимого Казахстана назвал открытость. Транспарентность перед всем миром делает страну привлекательной во всех сферах и особенно в экономическом плане, считает эксперт. Конечно, природные ресурсы играют очень важную роль в достижении цели, но радует, что Казахстан отходит от такой модели развития. У казахстанского народа богатая культура и традиции. Я поздравляю всех казахстанцев с 25-летием независимости. Желаю удачного продолжения начатых реформ. Вы очень молодая страна, и у вас большое будущее.